Я рад приветствовать вас в Череповце. Мне очень приятно то, что наш город является городом инвестиционно привлекательным и городом, где активно развивается производство. Мы практически каждый месяц открываем новые предприятия и новые производственные мощности. И это увеличивает наш экономический потенциал. Ни для кого не секрет, что основной доходной статьей городского бюджета является прежде всего налог на имущество, налог на доходы физических лиц. И поэтому мы внимательно относимся к тем инвестиционным проектам, которые реализуются на территории нашего города.